Добрый день! В Армении сейчас находится министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров. Он уже встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном, премьер-министром Николом Пашиняном, главой МИД Армении Зурабом Манацаканяном. Состоялись совместные пресс-конференции, в ходе которых Сергей Викторович отправил армянскому сообществу, так сказать, ряд целых месседжей таких, да? Самый главный из них — это тот, когда его спросили по поводу включения Нагорного Карабаха, Арцаха, в состав участников переговоров. Сергей Лавров заметил, что это дело переговаривающихся сторон. Кого подключать к переговорам, кого не подключать, должны они вместе решить, договориться. Грубо говоря, это означало: Ереван, договаривайся об этом с Баку. Тут еще такой интересный момент. Лавров заявил, что когда-то Арцах участвовал в переговорах, но по вине одного из бывших президентов Армении он перестал быть стороной переговоров, превратившись из объекта в субъект переговоров. Ну, конечно же, сторонники бархатной власти тут же поспешили заявить, что это был такой толстый намек на Роберта Кочаряна. Поскольку он выходит из Арцаха, он сам может говорить от лица Армении и Арцаха, поэтому, значит, переговоры велись между Арменией и Азербайджаном только лишь. Но те, у кого память хорошая, прекрасно помнят, что в 1997 году Жирай Липаритян, известный международный аферист, советник Левона Тарпетросяна по вопросам международной политики, дал интервью газете «Дарагир» в январе 1997 года, в котором рассказал о том, что принято решение, идя навстречу просьбам азербайджанской стороны, вести переговоры без участия арцахской стороны, то есть только Армения и Азербайджан. Эту свою фразу, этот тезис Левона Тарпетросяна, Жирай Липаритян подтвердил еще в ряде интервью после этого. Все это есть в интернете, можно погуглить и найти. Так что речь шла вовсе не о Роберте Кочаряне, а о Левоне Тарпетросяне. И нечего тут, как говорится, переводить стрелки и, так сказать, использовать каждую фразу в свою пользу. Нет, Лавров имел в виду Левона Тарпетросяна, потому что историю ведь не перепишешь, как бы этого не хотелось. Сергей Викторович – дипломат очень опытный, дипломат мирового класса. Он все говорит очень дипломатично и тонко, не прямо и грубо. Если он говорит, что по вине одного из бывших президентов Армении Арцах перестал быть участником переговоров, то это следует понимать так, как это сказано, а не фантазировать. Сергей Викторович говорил и о том, что Россия готова, так сказать, поддержать Армению в вопросе признания геноцида, в налаживании отношений с Турцией и так далее. Ну, все это такие намеки, что называется, на то, что Россия по-прежнему активны игрок в регионе, что ее нельзя списывать со счетов, но все зависит от армянской стороны. Она должна проявлять инициативу, она должна привлекать игроков региона крупных на свою сторону, должна договариваться. Никол Пашинян пока что находится в Париже по поводу сессии ЮНЕСКО. Не знаю, чем он там будет заниматься и какие там будут встречи, но ему отправлен четкий намек. Если ты хочешь, чтобы внешняя политика была такой, какой тебе хочется, будь гораздо активнее, не будь пассивен. А уж Москва посмотрит на твои инициативы и сама уже решит, как к ним относиться. Ну, посмотрим, как будет развиваться событие дальше, что покажет время. Пока столько. Увидимся.